Слово инскуинтри – порода собак. Собака породы к слову инскуинтри, иногда называемая мексиканской голой собакой, вероятно, произошла от первых собак, появившихся на североамериканском континенте. В своей родной Мексике и Центральной Америке порода была популярна благодаря испускаемому их телом теплу, которое облегчает боль людям с артритом и другими болезнями. Людям все еще нравится обниматься с ними. Характер. Взрослый ксоло инскуинтли обычно обладает спокойным характером и держится в стороне от незнакомцев, но внимателен к своей семье. Как правило, он выбирает одного любимого человека, но при этом не скупится на привязанность к другим членам семьи. Ежедневная прогулка или энергичные игры в огороженном пространстве удовлетворяют его потребности в физических упражнениях. Остальную часть времени он будет с удовольствием лежать на солнце или прижиматься к вам для сохранения тепла. Берите ксоло инскуинтли с собой, когда есть такая возможность, так как он не любит оставаться в одиночестве. Ксоло инскуинтли – отличная сторожевая собака, которая будет предупреждать вас, если что-то вызовет ее озабоченность. Она не издает много шума, но будет лаять при появлении мнимой опасности. Он настороженно относится к незнакомцам и нелегко сходится с людьми за пределами своей семьи. Он также будет защищать свою территорию от других животных. Питомцы, которые не были хорошо социализированы, могут быть агрессивны по отношению к людям и животным, которых они не знают.